Региональный Минстрой ищет для дольщиков Смишина 8, что на Московке 2, новые квартиры. Сегодня об Антенне 7 об этом рассказал замминистра профильного ведомства. Напомню, в Рио губернатор Александр Бурков в ноябре 2017 года дал поручение правительству расселить дольщиков из некачественно построенного дома и предоставить им равноценный вариант жилья. С этими застройщиками мы ведем сейчас переговоры. Я не могу сказать конкретно с кем, но крупные застройщики. У них есть ряд своих пожеланий, поэтому мы сейчас внимательно рассматриваем эти возможности взаимного сотрудничества. Сергей Кошелев акцентировал, что расселят всех, кто пожелает. Пока на это согласна только половина дольщиков дома. Что касается самого здания, то его планируют довести до ума к концу 2018 года. Дом не в аварийном состоянии. Он в вполне нормальном техническом состоянии. Есть отдельные недостатки, которые нужно устранить. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на проведение комплексных изысканий. Затем будут проведены дополнительные проектные работы, затем строительные работы. И, в общем, до конца года планируется дом ввести в эксплуатацию.